Всем привет, ребят! Ну что, у нас очередной трешечок. Мы сегодня получаем очередного имбового героя. Недостающего, конечно же. Все меньше и меньше у нас героев, которых нам не хватает. Вот такой вот бонус-плюс нам дали. В принципе, интересная тема за десятку, но у нас покруче все. Вот такая вот у нас сегодня имбушка, ребят. Асура сразу же два забрал, они по пятерке. Плюс две арктики, еще какие-то у нас итемы не забраны. А это у нас сундучки, все потому что у нас не хватает вечно места. Вечная проблемка у нас. Не хватает места, отлично. Вот посмотрите, сколько мы расходников. Вот по сути, у меня здесь... задонено 96, то есть до сотки мы еще не дошли, но у нас только топовых героев, это просто жесть. Так, давайте откроем сразу Асурика, качнем. Посмотрим на рынок, покажу вам рынок, что интересного сегодня тут есть. Так, отлично, еще плюс одна имба, и того у нас уже 79.86. Валька, Космо, Ара, ну по сути там фигня героев осталась. Вот так вот. Наконец-то я открыл. Дальше подземочки понемножку их прохожу по откату, чтобы не тратить карты. И того. Ту-ту-ту. Давайте качнем сразу же облик. На максимум. Вот я из-за этого и забирал сразу два пака по 5. Потому что можно качнуть сразу же облик на максималку потом. Ну, то есть не надо будет заморачиваться будущему владельцу аккаунта. А так как я его разыграю на 475. Ну, неплохо так ресурсов. Так, отлично. Поехали смотреть на нашу новоиспеченную имбу. Так, где ты? Вот наш Асурик. Ничего себе. Исцеление. Ну, воодушевление ему не нужно. Поехали. Потрешуем. Так, саморазрушение. Бастион. Вот, кстати, можно и баст поставить, качнуть. Ну, бег нафиг не нужен. Как видите, очень много талантов уходит в никуда, потому что, ну, не из-за того, что я зажрался, а из-за того, что мы уже здесь частично все прокачали так, как оно должно быть. А, так, ярость. О, кстати, давайте в него хранителя. Или хранителя, не хранителя, мы потом кгшки сэкономим, сожжем. Он у нас будет с бастом. Так, отлично. Видите, как тут все просто. Зашел, жмакнул. Герой у тебя на максимальных статках. Ну так вот. 10-10, 8-8 за пару минут. Такс. Отлично. Что у нас сегодня интересного по рынке? Рынок, ну, такой, как обычно, топовый. К сожалению, многое не меняет. Вот за десятку был выбор взять вот такой вот пак. Тут ЗП-шек и КГ-шек дофигища. Ну, и более, не более того. За двадцатку тоже неплохой пак. Скины плюс здесь есть, как видите, пятые сундучки, ну, с которых можно книги нормально получить. У Космо, я не знаю, мы или так его выбьем, или потом выбьем. Но вот самое интересное еще тоже у нас, в принципе, уже так более-менее прокачано. За десятку 150 самого вы получаете ежедневно. Получаете скин на Огника, но он у нас уже прокачанный. 20 сумок Огника, то есть, по сути, Огник очень-очень дешево стоит. Ну, с больших паков, ну, такое тут лазуля. Вот неплохой пак за 50, можно сразу же Огника взять, Космо осколки, ну такой тоже относительно неплохой.
Сори, ребят. Вот. Ну, большой пак, честно говоря, мне уже давным-давно не нужен. Я только охочусь за Apple с камнями и надеюсь, их вновь уже введут. Так, помимо этого, сегодня неплохой, кстати, старый, как обычно. То есть можно тоже топовые плюшки пособирать. Ну, вот единственное, что отсюда убрали, поменяли книги на кулачки, и это немножко печально. Ну, а так, в принципе, тоже Apex с кристаллом можно достать. Ну, и кучу всякой срани, которая, в принципе, уже есть. Такс, давайте войдем в этот Паксу, который я вам с утра показывал. Она тоже здесь уже открылась. Надо не пропускать. Отлично. Забрали. Бинго. Ну, все остальное на трату. Так, ну и у нас есть... Ой, отлично. 300 раз уже 300 смен сделали. То есть, соответственно, мы уже где-то около 300 коробок открыли. Потому что я все коробками. Так, окей. С этим мы разобрались. Ну, тут еще, конечно, разбираться с питомцами надо. Очень много питомцев надо, но это, в принципе, такое. По чуть-чуть и докачаем. Такс. Отлично. 79. Вот, у нас открылся сегодня смотритель, и хотелось бы просто чисто ради интереса сейчас потестить, что смогут эти герои, так как он процентуально бьет, в принципе. У нас герои в основном все есть, которые... У нас единственное, нету рун. Я вам покажу уже на основе, как я на основе проходил. Так, череп утекания. Рино, Рибит. Вот такой вот состав. Сейчас нас просто тупо ушатает, думаю. Ой. Немножко не то. У нас только огник. Максимальный, все остальные в печали сейчас будут. Да, ну нереально, я не знаю. Это при том, что у меня там прокачанные герои. Ну, по скиллу, конечно же. Но без донатом реально, не знаю. Напишите в комментах, докуда вы доходите. Каким, какого левела хотя бы герои. Там первая, вторая эволюция, очень интересно. Ворожей еле дышит. В общем, все печально. Понятно, надо качать героев. Ну, нам, по сути, сюда и не надо. Это такое, знаете, чисто ради интереса. Так, кукольная у нас уже закрылась, к сожалению. Забираем плюшки. Ну, по сдаче еще дня два, думаю, будет. Вот это надо забирать. Даже будем карты собирать. Это все тоже надо. В принципе, у нас с орденами за пары тут не должно быть. Как видите, здесь орденов хватает и на будущее. Поэтому можно магазин смело скупать. Так, ну что, попробуем фармануть волну АБ. Ради интереса давайте забежим. А вдруг пойдет... Блин, атланты эти, конечно, живучие такие стали. АБ2. Самое основное, чтобы включался Лазуля. Вот ему бы неплохо воодушку. Качнуть просветы и поставить воодушку. Это бы было очень хорошо. Ну, сейчас, фу-фу. Нормально, идем. АБ4. Ой-ой-ой-ой. Ну, видите, что делается. Рановато нам еще сюда. Так. Ну-ка, давайте попробуем. Я уже наконец-то там прошел мелкие подземки. Скоро, думаю, дойдем до эволюций. Тогда будет повеселей.
163. Ну, мы можем, в принципе, и так сделать. Это я чисто так при 550 огней надо. Так, хорошо. В принципе, вот такой вот видосик. Как видите, аккаунт качается очень быстро. По чуть-чуть продвигаемся к Минотавру. Еще, конечно, бы хотелось бы Космо получить с этих героев. Ну, Космо как бы самый такой, и Минотавра мы точно получим. Остальные герои, честно говоря, они такие себе. Так, у нас есть плюшки. Давайте попробуем, может, отсюда хотя бы кого-то вытащим. Паладин. Паладин у нас есть. Так, что у нас тут падает? Ну, можно отсюда Деда Ару вытащить. Нам не хватает вот этих героев. Поехали. Может, Вальку вытащим? Купидон. Кенди. Дайте Деда. Варлок. Не этого Деда. По-моему, у нас ее тоже нету. Гарпия и... Бум, снеговик. Не дали. Зажали, короче. Или есть она у нас? Сейчас глянем. Ой, отлично. Вот так вот можете меня поздравить. Еще плюс один недостающий герой. Такс. Такс. Видите, как все быстро происходит. Сразу же плюс 2 сделаем. 80-86. Отлично. Давайте еще этого героя откачаем. Тан-тан-тан-тан. Тут можно какую-то ремку собачить ожива. Ну, в принципе, это не тот герой, который будет использоваться там особо, поэтому заморачиваться над ним пока не будем. Просто подкачаем. Так вот, итого 115 силы, по чуть-чуть силушка растет. Вот такой вот, ребятушки, сегодня у нас трешечок. Пишите комменты, лайки, репустики. Всем удачи, всем пока.